Привет всем! Герои сегодняшнего выпуска – это серьги с хлопковым жемчугом. И вообще, наверное, герой сегодняшнего выпуска – это хлопковый жемчуг. Вот посмотрите, какой он легкий. Это изобретение японцев, которые придумали новый способ изготовления жемчуга. До них жемчуг тоже много кто придумывал культивировать. Эти же японцы производили барочный жемчуг, ну и до сих пор производят. Это культивированный жемчуг барочный, но он очень тяжелый. Барочный, потому что он имеет причудливые формы. Но до этого был всегда, во все года популярен жемчуг обычный. Он бывает разного цвета. Белый, молочный, розоватый и черный жемчуг, конечно. На самом деле он фиолетовый, но называется черный. Вот. Он единственный только минус имеет, он несколько тяжеловат. Вот. А такой жемчуг, вот, посмотрите, он просто легчайший. В чем же его секрет? Японцы придумали технологию. Они делают такую небольшую бусинку из хлопка, и потому он называется хлопковый, а сверху они покрывают его настоящей эссенцией жемчужной, и получается просто невероятно красивый блеск, и очень классно выглядит. Просто любые серьги, любое украшение с этим чудом становится просто прекрасным, красивым, чудесным, ну вы поняли. Вот, и в этом сезоне очень модно украшение из хлопкового жемчуга. Вот это колье. Может быть, подлиннее, как чокер. Может быть, подлиннее. То есть, ну, регулируется. И серьги. Это я показываю для примера. Просто, что он действительно невесомый и уши совершенно, мочки уха не оттягивает. Очень классно смотрится. И вполне оправдана его такая неслыханная мода, неслыханная популярность. И, ну, конечно, он сейчас на пике моды. Так что этим летом обязательно приобретите для себя что-нибудь с жемчугом, что-нибудь жемчужное. Лето, море, все дела.